очень нравится, что Миша из этого клочка здания, из на Бронной, где рядом синагога, где рядом другие рестораны, где рядом театр, сделал такое место, которое тоже стало событийным. Понимаете, не пройдешь мимо. Сюда хочется зайти. Вот входишь сюда, есть такой запах. Запах дома. Вот такого, знаете, такого дома, в котором готовят еду, в котором есть традиции. Это так сегодня редко бывает. Ну, где есть такие пафосные рестораны. Пафосные. Туда престижно пойти. О, где ты был? Я был в Недальнем Востоке. Ну, езжай в свой Недальний Восток. Понимаете, а сюда хочется прийти как в дом, где тебе хорошо, где тебя услышат, поймут, где придет тебе Миша с рюмочкой, где Миша спросит, слушай, а что ты хочешь сегодня пойти? И мне принесут то, что мне хотелось бы сегодня съесть. Здесь не потому, что мы давно знакомы, здесь так обходится с каждым, поэтому здесь сегодня полно приличного народа. Ни один бы, я думаю, что многие бы рестораны в Москве могли бы похвастаться этими гостями, которые сегодня наполняют этот дом. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо.